Пожароопасный сезон 2021 года в лесах Красноярского края отличался низкой горимостью и продолжался 176 дней. Ну, что на 19 дней меньше, чем в 2020 году. Всего в течение 2021 года на территории Красноярского края возникло 689 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 43,7 тысяч гектар. Это минимальное значение за последние годы. По сравнению с прошлым годом, количество сгораний снизилось в 2 раза, а площадь, пройденная огнем, 10,5 раз. Оперативность обнаружения лесных пожаров на малых площадях составила 92%. Это связано с тем, что в этом году мы применяли беспилотную технику для обнаружения пожаров. И участвовали, значит, в патрулировании у нас лесничество и лесная охрана, тем самым мы увеличили, значит, посты патрулирования до 90, плюс 90. В первые сутки было ликвидировано 77 возгораний, что тоже существенно. С 2020 годом было всего 58%. Здесь мы применяли, значит, маневрирование, стягивали, значит, более горимые места, значит, наши резервы. Значит, делали палаточные городки, тем самым, значит, быстрее реагировали. Столкнулись мы с большой проблемой здесь. Здесь тоже, уважаемые депутаты, хочу, чтобы поддержали, потому что у нас с этой ситуацией нехватка инвентаря, палаток примитивных, значит, содержание, значит, питание, значит, у нас сил лесной охраны и пожарная охрана. Поэтому здесь просьба, я потом озвучу цифры, значит, и поддержать в дальнейшем, значит, выделение средств на эти вещи. Мы считаем, что данная, значит, мера, как раз именно весенние пожары, она очень эффективна. В текущем году также в целях совершенствования существующей системы охраны лесов пожаров на территории края был реализован ряд дополнительных мер. Закончено внедрение системы детекционного обнаружения лесных пожаров, лесохранитель. Всего на территории 20 муниципальных образований Красноярского края установлено и функционирует 100 камер видеонаблюдения. В текущем году системой зафиксировано 68 лесных пожаров, а также порядка 1000 дымоточек на землях иных категорий, что тоже оперативно позволяло, значит, ландшафтные пожары тушить. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» продолжено материально-техническое оснащение лесопожарного формирования. В этом году получено 92 единицы техники, 29 прицепов, 253 единицы оборудования и снаряжения. Всего с начала реализации проекта лесопожарное формирование Красноярского края поступило 149 единиц техники и 1640 единиц оборудования и снаряжения. Для повышения оперативности также в этом году применяли мы дополнительные точки базирования. Это в Ивентийском и Дзержинском районе. В этом году мы тоже планируем дополнительно 4 точки, значит, базирования и дозаправки судов, чтобы можно было тушить в зоне контроля, чтобы лес не разгорался. Для этого тоже, уважаемые депутаты, прошу поддержать, дополнительно потребуется финансирование, значит, 4, значит, наблюдателей, потому что не хватит у нас их, на них потребуется 10 миллионов рублей. Обучение одного наблюдателя пожарного стоит 2,5 миллиона рублей. Также, значит, за счет средств Красноярского края штатное списание из пожарного центра было дополнительно включено 123 ставки водителей и механизаторов, что позволило в период высокой горимости задействовать максимальное количество имеющейся пожарной техники. В целях снижения уровня пожарных опасных лесных массивов за счет средств тоже КВО бюджета реализованы дополнительные меры противопожарного обустройства. Было сделано и обновлено более 3400 километров минерализированных полос. Реализация всех указанных мер с учетом
благоприятных погодных условий текущих года позволит нам обеспечить стабильное прохождение пожароопасного сезона и добиться существенной положительной динамики. В 2022 году мы также планируем продолжить работу в данном направлении. Следует отметить, что у нас в этом году, в 2022, увеличено финансирование мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров из федерального бюджета. В Красноярском крае предусмотрено 1 152 000 000 рублей, дополнительно выделено 723 000 000 рублей. Указанные средства будут направлены на следующие цели. Авиационный мониторинг 384 200 000 рублей, тушение лесных пожаров 251 800 000 рублей, увеличение численности ПДПСников 186 единиц, это 164 800 000 рублей, и наземный мониторинг 25 000 000 рублей. В связи с значительным увеличением расходов на охрану лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета принято решение уменьшить на 300 000 000 рублей ежегодный расход краевого бюджета на эти цели. В то же время сохраняются потребности дополнительных средств краевого бюджета на реализацию ряда запланированных мер по увеличению оперативности обнаружения и ликвидации лесных пожаров. Мы считаем, что камеры лесохранителя они показали себя более чем эффективно и провели еще учет, куда можно поставить, и дополнительно можно поставить еще 44 камеры видеонаблюдения. На это потребуется 26 000 000 рублей на установку и 7,3 000 000 рублей на содержание. Также до обеспечения, согласно приказу 16.05, служб лесопожарного центра, требуется обеспечить 159 воздуховодов современных высоким давлением. Они себя очень хорошо зарекомендовали. И 200 бензопил. На это потребуется 18 000 000 рублей. И в этом году мы первый раз испытали в авиазоне полтоходную технику, брали ее в лесничестве, и доставка десанта как раз обеспечила труд в доступных местах, оперативность высадки. Невозможно было вертолетом подлететь, потому что НАПО готовит площадку, а на визитку на болтоходной технике мы приехали и вовремя обеспечили тушение данного пожара. Если мы посмотрели именно такие места, потребность болтоходной техники 5 единиц. Сумма требуется на это 24 000 000 рублей. Прошу вас, члены комитета, поддержать эти предложения и дополнить финансирование на указанные цели. Также в рамках национального проекта «Экология» Министерство лесного хозяйства Красноярского края принимает участие в федеральном проекте сохранения лесов. Задача проекта – воспроизводство на всех участках вырубленных погибших лесных насаждений. За 3 года реализации проекта площади лесовосстановления в Красноярском крае увеличились более чем в 1,5 раза. Ежегодное искусственное лесовосстановление проводится на площади не менее 10 тысяч гектар. За 11 месяцев 2021 года лесовосстановление на территории лесного фонда Красноярского края проведено на площади 103,1 тысячи гектар, что составляет 111,2%. В том числе созданы лесные культуры на площади 9,1 тысячи гектар, что составляет 133,8% от плана. Запас семян составил 10,8 тонн, что составляет 100% от плана. Показатели регионального проекта отношение площади лесовосстановления и лесоразведения, площади вырубленных погибших лесонасаждений составил 65%, что составляет 118% от установленных федеральным проектом показателей. Также в рамках проекта приобретено 14 единиц специализированной лесохозяйственной техники, что составляет 100% от запланированного. В 2022 году проведение составления запланировано на площади 102,7 тысяч гектар, что уже составляет больше, чем в данном проекте, это 61,5%. С целью повышения качества работы при заготовке древесины, с целью сохранения подроста, разработаны методические рекомендации для использования предприятиями, осуществляющими заготовку древесины современными
машинами, харвестерами и форвардами. Важным направлением деятельности Министерства лесного хозяйства является выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления. Ежегодно в лесных питомниках лесничеств выращивается более 20 миллионов штук семечек. Также продолжаем проведение мероприятий по компенсационному лесовосстановлению, для чего, согласно новым требованиям законодательства, со следующего года посадка возможна только семечками закрытой корневой системы. В целях выполнения требований законодательства по выращиванию посадочных материалов закрытой корневой системы проводится работа по организации выращивания сеянцев закрытой корневой системы на базе лесничеств и привлечению данного вопроса коммерческих компаний и государственных предприятий. По итогам текущего года выращено 1 миллион 200 штук сеянцев закрытой корневой системы. Но мы уже эти сеянцы часть высадили в Богучанском районе. Проводится совместная работа с научным сообществом, Сибирским государственным университетом и Институтом леса по поиску оптимальных решений выращивания посадочного материала закрытой корневой системы и проектированию мини-теплиц. Уже подготовлен проект теплиц на выращивание 200 тысяч саженцев в одну ротацию. В течение года можно будет вырастить 400 тысяч штук. В 2022 году запланировано 10 таких теплиц строительства. На 2 из них Красноярский край выделил 15,2 миллиона рублей. Остальные средства будут вообще потребуются около 100 миллионов рублей. Остальные средства будут за счет средств, приносящих доход деятельности лесничества. Также один из существенных вопросов, который сегодня есть, это заготовка древесины. В общей сложности за 9 месяцев у нас есть отставание за аналогичный период на 5%. Это связано с погодными условиями. Но сейчас динамика она заготовок увеличилась, и мы планируем, что до конца года мы точно дойдем до уровня 2020 года. Хотел здесь остановиться на предоставлении гражданам дров, по нужным гражданам. У нас в этом году тенденция меняется в связи с тем, что мы перенаправили в рамках декриминализации вектор на обеспечение малого и среднего бизнеса. Мы в этом году уже увеличили, предоставили насаждение больше, чем было за 2020 год. Тем самым на строительство, если вы следующий слайд посмотрите, у нас в этом году сколько предоставили для малого и среднего бизнеса, столько же у нас пошел отток по местному населению. Начал рынок меняться в этом направлении. Плюс у нас увеличили мы в этом году, с учетом того, что мы наконец-таки добились с сентября месяца по акту несоответствия, у нас динамика уже предоставления дров населению у нас на уровне прошлых лет она осталась, жители обеспечены, плюс благодаря этому мы смогли предоставлять участки ближе, чем раньше. Те места, где уже лес подрос. Поэтому, конечно, еще она есть, проблематика предоставления населению дров, но она существенно сегодня идет к минимуму. Также мы хотели поднять вопрос о обеспечении нормативом заготовки древесины гражданам для собственных нужд, проживающих в Ивентийском муниципальном районе. Очень много жалоб сегодня идет, и в 2017 году было изменение. Раньше им предоставлялось 37 кубометров на отопление и на отопление постпостроек 5 кубометров.
сегодня предоставляется всего 30, и ну, много жалоб от жителей идет. Мы предлагаем здесь, чтобы проговорить этот момент, все-таки увеличить до 40 кубометров предоставления, значит, на отопление и 5 на госпостроек. Также у нас выделен сегмент, это те жители, которые проживают с домами с центральным отоплением, но имеют госпостройки и бани. То же самое предусмотреть выделение этих средств, этого 5 кубометров на отопление. Также министерство прорабатывает механизм поставки на спецсортные древесины для использования в качестве дров для населения силами арендатора с размещением затрат на вывозку древесины. Хотелось остановиться на вопросе еще лесоустройства. Это самый, наверное, острый вопрос, который находится у нас в Красноярском крае. На сегодняшний день давность лесоустройства составляет 30 лет. Материалы лесоустройства моложе 10 лет обеспечены всего лишь на 1,8%. Это всего 2,8 миллиона гектаров. Поэтому здесь, к сожалению, законодательство поменялось, и сегодня это передано на федеральный уровень, но значит, министерству сегодня удалось дополнительно, значит, выбить деньги. Это и в 2022-2023 годах лесоустройство делать в течение 2 лет, значит, на Красноярском крае будет, наверное, за последние 17 лет самая большая цифра проведения лесоустройства, это 2,2 миллиона гектаров. Будет проходить на территории Канского, Ходинского, Тюртецкого лесничества. Хотел тоже момент по цифровизации здесь проговорить. У нас большая работа проводится по цифровизации лесного хозяйства, использование беспилотных летательных аппаратов при приемке листьев кожи применяется при осмотре лесных пожаров. Основная проблема цифровизации лесного хозяйства заключается в отсутствии цифровой основы, а именно материалов лесоустройства в электронном виде. В 10 лесничествах, богатых лесными ресурсами в северных территориях края, такая работа уже проведена. За счет приносящих доход деятельности создана геоинформационная система, интегрированная с региональным порталом государственных услуг и муниципальных услуг. Переход на цифровую технологию необходим для согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и недопущение нецелевого использования лесов как инструмент проверки наложения на земли лесного фонда. Также экспертизы проектов, проектной документации лесных участков, проверки лесных деклараций по срокам примыкания лесосек, оказание государственных услуг по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в электронном виде через порталы госуслуг. Дополнительно сообщает, что переход на оформление в электронном виде лесных участков, предназначенных в рубку на основе цифровых карт, позволит ввести на качественный новый уровень мониторинг использования лесов на основе красноснимков и беспилотных летательных аппаратов. Без использования цифровой основы попытки внедрения красноснимков и беспилотных летательных аппаратов в лесное хозяйство носят несистемный эпизоотический характер. Для внедрения системы на территории всего края требуется оцифровка в оставшихся 50 лесничеств, сумма 21,9 миллионов рублей. Уважаемые депутаты, прошу поддержать. Мы в связи с этим у нас много проблем в лесном хозяйстве снимутся. Также в текущем году я хочу про лесную охрану тоже проговорить. Наряду с силовыми и контрольными ведомствами края активно реализуется комплекс мер, включенных в план по декриминализации лесной отрасли, где одним из главных направлений является повышение законности в указанной сфере. Так, впервые в 13 лет края организована приемка всех лесосек, законченной рукой в 2020 году. Это более 33 тысяч лесных участков. Выявлено 12 тысяч нарушений. Виновные лица привлекаются к ответственности. На текущую дату внесено более 1500 постановлений
Общая сумма штрафа составила 110 миллионов рублей. Кроме того, с целью профилактики лесонарушений организовано проведение промежуточных осмотров действующих лесосеток в зимний период, лесозаготовительный период. Тем самым в регионе создана система непрерывного контроля за использованием лесов в целях заготовки древесины. Вместе с тем, проблемными вопросами осуществления государственного лесного контроля остаются следующие. Значительная территориальная протяженность региона, расположение в нескольких климатических зон, отсутствие транспортной дорожной сети малонаселенных районов края создает препятствия для осуществления лесного контроля с использованием служебного автомобильного транспорта на территории Плесничи, Северной, Бугучанской и Несельской группы районов. В силу данных причин в большинстве случаев в лесничьих данных районах отсутствует возможность оперативного проведения осмотров лесосеток, на которых завершены лесосечные работы, что дает недобросовестным лесозаготовителям уходить от ответственности за совершенные при заготовке древесины нарушения, которые лесам регионам применяют непоправимый вред. В целях повышения эффективности осуществления в регионе лесного контроля, оперативного выявления и пресечения случаев незаконного лесопользования в лесах северных территорий края особую актуальность имеет оснащение лесного контроля вездеходной техники. Сегодня, к сожалению, такой техники нет. Также хочу озвучить актуальную проблему кадрового обеспечения лесного контроля. В настоящее время заработная плата инспекторов лесной охраны с начислением составляет 30 тысяч рублей. Получается, что размер оплаты у нас инспекторов составляет 50% от средней оплаты труда в Красноярском крае. При этом нахождение инспекторов в лесу составляет от 60 до 80% рабочего времени. Указанная ситуация не только не позволяет привлекать лесной контроль специалистов, имеющих достаточное образование, но и порождает заметную текучесть кадров. Мы только успеваем обучать, естественно, что забирают специалистов арендаторы в большинстве случаев. С учетом вышеизложенного, постоянно недофинансирование лесной отрасли не приводит к быстрым результатам по достижению поставленных задач. Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать небольшие предложения по увеличению дополнительного финансирования, что позволит повысить эффективность управления лесами. Спасибо за внимание.